Всем привет, с вами снова я, Диана. И сегодня у меня будет влог. Сейчас у нас 15:32. Я встала, чтобы снять вам видео. Я сейчас гуляю с моим малышом. Посмотрите на этого котейку. Это Барсик. Барсик, иди ко мне. Привет. Я сейчас гуляю с Данечкой. Данечка, помаши всем привет. Привет. Мы вот в таких вот перчаточках, мы их уже успели сегодня замазать. Барсик! Мы гуляем сейчас. Вот, какая-то бешеная девочка мне только что звонила, очень странно. Вот, смотрите, у нас тут мы так накутались, потому что на улице очень холодно. Извините, что у нас розовая коляска, просто это коляска моего бывшего малыша. Ну, это девочки. Тут у нас ботиночки на случай, если мы будем топать по тропинке. Так, хватит тереться. Водичка, если мы захотим кушать. И тигренок наш, которого, кстати, мы хотели дать в очки ему. Вот так вот. У нас очень холодно. Я, да, кстати, прикупила две пустышки для малыша, чтобы, а то это уже он мне уже конкретно высосал. Да, мы сейчас... Я хочу вам сказать, что на моем видео будет не только... Посмотрите, как Басик с нами идет. На моем видео будет не только выходить видео по уходу за реборном и так далее про реборном. На моем канале будут выходить еще и скетчи, влоги, челленджи. А также всякое другое. Я буду снимать в школе также иногда. Мы сейчас идем туда, в качельки. Мы чуть-чуть покатаемся. И Барсик все же не отстает, он идет с нами. У нас очень хорошо, так свежо, но, к сожалению, прохладно. Я одета тепло, вот, мне кажется, малышу не очень-то тепло. Вот наша вся одежда, слипики, бодики, все здесь лежит. Все вот это вот наше добро, оно лежит там, висит, высыхает. Так, я его стирала. Да, ну вот мы сейчас, наверное, будем что-нибудь делать.